28 мая, воскресенье, в 19 часов. Грандиозное открытие стейкхауса «Панорама». Отличная возможность по-новому увидеть город. Специальный гость из Америки – легендарный музыкант Кенни Блюз Босс Уэйн. Впервые в Воронеже. Вместе с его бендом выступит неподражаемый гитарист Хосе Луис Пардо, Испания. Билеты во всех кассах города. Справки по телефону 20 299 20. Без возрастных ограничений.